одеть сына, девятиклассника, который говорит: мам, я или ничего, или я хорошую одежду беру. Ну, вышло в районе $200. Очень тяжело, потому что четверо детей, и как бы только муж работает, ну так, слава богу, ну очень дорого все стоит. Ну, у меня две дочки ходят в школу, и, ну, очень много, как бы 3000 рублей мы еще не все не купили. Собирала в школу в этом году очень интересным способом. Мой ребенок работал на протяжении 2 месяцев и сама себе купила одежду, сама себе купила всю канцелярию. Поэтому в этом году, как никогда, я себя почувствовала раскрепощенной, потому что я не потратила тех бешеных денег, которые обычно трачу. Ну, брюки 200 рублей, рубашки от 130, смотря какие, кто как хочет, дешевле, дороже. Сложно, это сложно. Есть знакомые, которые говорят, берут кредит для того, чтобы одеть детей в школу. Очень-очень сложно. Но мы пришли на школьный базар, купили принадлежности. В принципе, были доступные цены. Ну, наверное, до 500 рублей ушло. Ну, одежда где-то, ну, вот самое такое, чтобы на где-то 1000 рублей, наверное, ушло. Цены очень высокие. Зарплаты не хватает 100%. Мой сын, например, целую лето пахал, чтобы пойти нормально в колледж, достойно в колледж. Наверное, самая дешевая статья расходов – это покупка тетрадок. Допустим, тетрадь в линеечку по 10 рублей за одну штуку. Вот. Ну, а что касается одежды и всякой атрибутики, обуви, это, конечно, в этом году мы удивились с мужем, цены, конечно, не очень радуют. Где-то примерно $250-270 у нас вышло на то, чтобы одеть и обуть ребенка в школу.